Дорогие родные, жена, близкие, я хотел бы выразить вам искреннее сочувствие от себя лично, от нашей церкви. Сегодня, вчера очень многие очень искренне молятся за вас. Я знаю, что очень многие люди с вами. Человеческое горе непонятно. О горе можно философствовать до тех пор, пока оно не приблизилось и не вошло в орбиту твоей жизни. А когда оно пришло и постучало, и когда оно стало твоим горем, тогда философия заканчивается, и тогда что-то с ним нужно делать. Я хочу обратиться сегодня к вам, те, кто больше всех скорбит сегодня. Я знаю, возможно, что к данному моменту вы уже столько выплакали. Ваш весь внутренний человек настолько напряжен, что, возможно, трудно все это воспринимать сейчас. Но я знаю, что будет время, когда все это закончится, когда пройдут похороны, когда друзья и близкие, ну не будут же они вместе с вами всю жизнь сидеть, будут звонить реже, будут приходить реже. И, может быть, еще даже раньше вы останетесь один на один со своими мыслями. Вы останетесь со своим горем. Именно вам я сейчас хотел несколько слов сказать, для того, чтобы вы знали, что делать тогда. Я уже сказал, что люди не знают, что делать с горем. Но этим-то и отличаются христиане, и в особенности библейские христиане. Я имею в виду те христиане, которые по-настоящему верят в Библию, ценят ее и бегут к ней для того, чтобы искать ответ. Я хочу поделиться с вами очень короткой историей. Точнее, история эта очень большая и длинная. Я хотел очень коротко ее сказать вам. История горя и история утешения. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, начинается таким очень конкретным выражением, фразой, которая пронизывает до глубины души. «Я человек, испытавший горе», и послушайте следующую фразу, «от жезла гнева его». Это пророк, который посвятил всю свою жизнь, сегодня говорили за Анатолия, он очень много служил. Пророк Иеремия очень жертвенно послужил, посвятил всю свою жизнь, без остатка, за это скорбел, за это был гоним. Он очень любил свой народ, и он очень любил свой город. И Бог провел его через такую черту, когда десятки тысяч людей, его близких, были уничтожены. Когда многие молодые девушки были опорочены. Когда молодые люди были уведены в плен. И когда город был разрушен, и каменья здесь дымились. И он сидит напротив Иерусалима и говорит эти слова, и говорит: «Я человек, испытавший горе». И почитайте ниже, какое это горе было для него. «Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, я стал посмешищем для всего народа моего». И послушайте, какой финал вот этой скорби. 17 стих. «И удалился мир от души моей». Это горе. Это глубокое, настоящее горе. Но этот человек, по Божьему провидению, написал здесь не только о своем горе. Он написал здесь, как из него выходить. Это, друзья, самое ценное, что мы имеем в Священном Писании. Это то, что я хотел оставить вам, дорогие родные, близкие, друзья. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Я вам хочу сказать, жена и близкие, те, кто дети, братья, сестры, те, кто самые близкие,
Будет такое время, когда сердце ваше будет разрываться, и вот здесь Иеремия учит нас, что делать. С сердцем нужно говорить. Иеремия говорит к своим чувствам. Он говорит к своим ощущениям. И он нам рассказывает, что же он говорит. Он говорит три вещи здесь. Здесь многое сказано. Я хотел только три коротких вещи отметить, чтобы мы знали, что нам говорить, когда мы попадаем в такие обстоятельства. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Вот тогда, когда очень больно, тогда, когда горе разрывает всякую способность содержать его, объять и как-то удержать в самом себе, но тогда Бог призывает нас к тому, чтобы мы могли свой взор перефокусировать в другую сторону и посмотреть на то, что милости Божьи еще есть. Вы знаете, что произошло сейчас? Мы все, вообще вся наша жизнь соткана из Божьей милости, написано, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вся жизнь. И вот он только в одном месте немножко эту милость забрал. Тормоза не удержали, машина остановилась, еще что-то случилось. И когда он только чуть-чуть милость забирает свою, и мы сразу видим это катастрофическое горе. Но, друзья, нам нужно помнить, что милость его еще вокруг нас так обильна. Мы дышим еще, мы знаем Господа, мы можем уповать на Него. У нас есть что кушать, у нас есть здравый рассудок, у нас есть способность делать добро. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не источилось. Вспоминайте об этом, пожалуйста. Перечисляйте эти милости. Заведите для себя какой-то список и записывайте эти милости новые и новые, которые вы видите. Следующий элемент, о чем он говорит здесь, в 23 стихе. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Друзья, даже в таких обстоятельствах Бог верен. Иисус верен нам. Я хочу обратиться к еще одному тексту, который очень близок мне, из послания к римлянам, 8 глава, 31 стих. Там написано так: что же сказать, если Бог за нас, кто против нас? И дальше слушайте: тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Вы знаете, что Бог пережил горе, самое большое горе, когда Сын Его был распинаем грешными людьми, глумящимися и смеящимися над Ним. И Он знал это горе. И вот сегодня апостол пишет к нам, он говорит: вот тот, который Сына Своего не пощадил ради нас, он позаботится о том, чтобы провести нас, как с Ним, не дарует нам и всего. В этом сила Евангелия, друзья. В этом реальная сила Евангелия в жизни христиан. И есть третья вещь, которую мы здесь видим. 24 стих. «Этот же пророк, которого только что он говорил, удалился мир от души моей, он говорит теперь с уверенностью: Господь – часть моя, и я буду надеяться на Него». Друзья, наша жизнь связана со многим. Мы понимаем, что Господь – часть наша, но немножко еще и часть наши дети, еще и жена, еще и муж, еще и люди вокруг нас. И вот только в такие ситуации, когда Бог забирает что-то, мы ясно понимаем, что вот я и Он. И, друзья, по большому счету, Его достаточно для души. Господь – часть моя. Господь – это смысл жизни. Когда-то апостол Павел находился в тюрьме, в Филиппах. И, вернее, писал в Филиппийской церкви, он находился в римской тюрьме. И пишет такие слова. Помните, он говорит: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Вы знаете, почему он мог написать эти слова? По простой причине, потому что он говорил, что вся моя жизнь, как бы она ни пошла дальше, самое главное, чтобы прославился Бог, жизнь ли то или смерть. Сегодня для каждого из нас возможность переоценить смысл жизни. Я хотел бы еще раз, возвращаясь к этому факту, что вам придется искать утешение, пожалуйста, не забудьте вспоминать о Божьей милости,
Вспоминайте о Его верности, проявленной в Иисусе Христе. И вспоминайте о том, что в Нем и только в Нем смысл и цель нашей жизни. Пусть Господь обильно благословит вас в этом. Аминь. Сейчас.